Начали! Баттон Руш в Луизиане, Индианаполис в Индиане, а Колумбус расположен в южном штате Огайо, Форт Монтгомери, Алабама, Хелима, штат Монтана. Это Денвер, Колорадо, бой, столица Айдахо. Остин в Техасе, чудный уголок. Бостон, Массачусетс, Олбани, Нью-Йорк. Теллихасе, Флорида и Вашингтон, Ди-Си. Санта-Фе, Нью-Мексико и Нэшвилл, Теннесси. Элвис частенько бывал там. Трентон, штат Нью-Джерси, дальше Джефферсон, Миссури, город Ричмонд, штат Вирджиния, Дакота, город Пирн-Харрисберг, штат Пенсильвания, вот Агаста, штат Тимен, дальше Провиденс, Рот-Айленд, рядом Денвер, Делавер, Конкорд, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Монтельер, там бывал я прежде на концертах Шер, Хартфорд, Коннектикут, налево я пошел, Топика в Канзасе, Миннесота и Сент-Пол. Джуно на Аляске, дальше Линкольн, штат Небраска, Роли, Каролина, Северная, Мэдисон, Висконсин, вот Олимпия, штат Вашингтон, Феникс в Аризоне, ну а в Мичигане я, жаркий Гонолулу, столица Гавайи, Джексон в Миссисипи, Спрингфилд в Иллинойсе, рай, в Южной Каролине здесь Колумбия, там Мэриленд, Анаполис, за ними океан. Там варят чудную похлебку из моллюсков. Шайен, штат Вайоминг, поживите в Солт-Лейк-Сити, не забудьте, это в Юте, там степной бизоний край, в Джорджии, Атланта, Бисмарк, Северной Дакоте, или вот во Франкфурт, что в Кентукки приезжай, Сейлем в Орегоне, в Айове, Демойн, Литл-Рок, что в Аризоне, это город большой, Сакраменто, Калифорния, Оклахому, посетите Чарльстон, Западной Вирджинии, в Неваде, Карсон-Сити, вот и назвал я их всех. Ну как? Ну, мне очень жаль, но ты проиграл, так как не облёк свой ответ в форму вопроса.